AgroWorld Узбекистан – одно из крупных международных событий аграрной индустрии Узбекистана. В течение 3 дней в столичном УЗЭкспоцентре на одной площадке были презентованы современные разработки в различных направлениях сельского хозяйства, новейшие образцы агротехники. С деталями наш корреспондент. Место события не меняется. Выставка, объединяющая 14 стран на одной площадке, продолжает охватывать как местных, так и зарубежных предпринимателей в аграрной сфере. Концепция, подбор материала, форма подачи, оформление направлены на конкретную целевую аудиторию – участников и посетителей экспо. Приехали своим проектом, занимаемся производством промышленного оборудования. В частности, конкретно приехали с сублимационной техникой, по-другому лиофильные сушилки. Приехали на эту выставку в Узбекистан, потому что мы считаем, что это очень хороший рынок для нашей продукции. В данном случае в Узбекистане очень много произрастает овощей и фруктов. И очень были рады сотрудничать с фермерами и с удовольствием поставляли бы им оборудование, чтобы они могли тоже, в свою очередь, в сезон свои фрукты сохранить. Например, вот высушенная клубника, хурма, видите, сохраняется цвет, сохраняются все элементы, все витамины, сохраняется форма. Выставка разделена на 2 больших павильона, где посетители могут ознакомиться с процессом от последних разработок в области птицеводства и сельского хозяйства до производства готовой продукции. Мы выращиваем голландские помидоры и турецкие помидоры. У нас 9 гектаров общая площадь, а с каждого гектара получаем 250-300 тонн помидоров. Выставка это очень хорошо помогает найти новых коллег, новых клиентов, вот, показывать свои товары,